Всем привет! Сегодня хочу показать тактические брюки от компании Contac. Модель Aggressor Flex второй генерации. Вот так схематически указаны все достоинства этих брюк. Первое — это регулировка пояса, два кармана усиленных по бокам, два кармана сзади, два кармана на велкро, плюс молния, фронтальный карман под телефон, либо же блокнот. Велкро фиксаторы, и есть также в коленях карманы под какие-то мягкие вставки. Стирать можно 30-40 градусов. Материал у нас 64% хлопок, и так 32 полиэстер и 4% спандекс. Зроблено в Україні. Так, сейчас я переставлю камеру, покажу их. Так, сзади у нас вот такие карманы на велкро. Два. Здесь у нас в этой области идет двойной материал под ремень. И здесь вот еще такая вот встроенная резинка. Один такой люверс, застежка. Это у нас боковые карманы. Один на молнии. И плюс этот на велкро. Здесь у нас манжетик усиленный для ножа. Вот так. Размер. Производитель. Так, вот у нас колени, куда изнутри можно вставлять какие-то мягкие вставки. Это у нас нижняя часть брюк. Тоже регулировка на велкро. Так, спереди есть вот такой подвесик. Два глубоких кармана с левой стороны. Кстати, для ножа на две стороны сделано. Под левшу прошу. Есть вот такой кармашек. Ну и также велкро плюс молния. Вот такие штанишки. Очень удобные, легкие, хорошо садятся. Рекомендую всем. Они есть, по-моему, в четырех цветах. Это черный, синий, койот и зеленый. Всем спасибо за просмотр.